Приветствую вас во второй части прохождения Mountain Blade 2 Bannerlord. Я тут изучаю отношения фракций и смотрю, что Южная Империя воюет с Северной. И еще, видите, ее очень сильно Ботания прижала. Там эта девушка Рагея. Я хочу к ней вступить. Почему? Потому что у них сейчас тяжелое время. Я просто попробую, я понимаю, шансов мало, но тем не менее, может быть, если удастся хотя бы какой-то один городок отвоевать, это будет как раз городок имперского типа, и как-то его заполучить и, ну, в общем, выполнить квест. Северной Империи начнет поддержание формальной иерархии и дворянских привилегий высшей знать. Это решение поддержал совет. Какие-то они там законы сами применяют, интересно. Блин, только я приехал в Аниру, а ее осадила другая Северная Империя. Тут у меня, в общем, между ними война. Между Северной и Южной. Блин, где Рагея-то? Следует за отряд Рагея. Чё, Рагея что-то проигрывает в меньшинстве? А, вон армия Рагея. Ну-ка, подожди, я сейчас как раз, может быть, к ней успею. Короче, объясняю, почему с нордами не получилось. Множество людей мне отписало в комментах, что с нордами тоже баг, то есть они очень слабые здесь. То есть сколько людей играли, ни разу не было так, чтобы норды кого-то прессовали. И я бы не поверил на слово, если бы сам, ну, вы сами в прошлом первом прохождении могли в этом убедиться. То есть я сколько, что я только не пытался делать с нордами, и убивал много, и прочее, и прочее. И очень большой имбаланс в сторону кузаитов. По крайней мере, то есть, как я понимаю, мы проигрываем в битвах в чистом поле, потому что у них лучники. Да, в чистом поле лучники конные, без сомнения, рулят. Отдельный вопрос, как они себя покажут при штурме, если осаду именно ими делать. Вот, ну, в общем, и, собственно, вы видите, что Стургия проигрывает под натиском кузаитов. Это баги, я бы побился за Стургию с удовольствием, но я ничего не могу сделать. И у меня не то положение, нужно думать тоже о себе, так что будем не такими идеалистами и перфекционистами. В общем, попробуем к Рагее присоединиться. Помощь в одном дельце. Можете поставить на паузу прочесть, я прочел. Больше новобранцев. 4 имперских квита, доставить их в мой гарнизон для меня. Ага. 2000. Найду рекрутов, передам их гарнизону в Анира. Нифига, за 2000, да без проблем. Имперские рекруты, то есть обычные крестьяне, что ли, за 2000? Имперские, но я тут не вижу никаких эквитов. Может быть, это какие-то уникальные имперские войска, надо сейчас глянуть будет. Перед тем, ну, давайте отречемся от нордов. Я понимаю, печалька, я этого не хотел, но баги игры. Так. Хотел бы вести службу. Меч твой, если хорошо заплачешь. 35. Хорошо. Пока текут деньги, будет течь кровь твоих врагов. Хочу присоединиться к армии. Отлично, следуй за нами. Нет, знамя пока не буду. Отлично. Так. Ну, у нас тут численный перевес. Давайте в фоновом режиме. Битва пройдет, я думаю, он... Не понял ничего. Как? Как? И смотрите, с каким огромным перевесом у них сколько еще людей осталось. Так, ну давайте, ладно, попробуем покомандовать. Перестрелка перед союзником. Центр пехоты. За мной тогда. Сейчас попробуем. Может быть, под ручным управлением получится как-то затащить. Что-то вообще местность, блин, ни туда, ни сюда. С одной стороны, для кавалерии, может быть, для пехоты, для лучников вообще что-то какая-то фигня. Я понял, почему мы проиграли. Посмотрите, у них какая... какая у них, и какая у меня херня. Блин. Да, да, ведем перестрелку, ведем, но у них щиты. У них щиты, Это вообще жесть. И почему у меня такая армия, Галим? Ну, смотри, как обходит еще.
Все. Режим падлы активирован. Не, все, даже не дали в режиме падлы. О, я, короче, не в армии присоединился, а к гарнизону. Вы разработали план, как отвлечь осаждающих, чтобы вы могли прорваться к воротам крепости. Надеюсь, что защитники впустят вас. Вы и большинство ваших людей смогут прорваться, но столько, сколько солдаты могут быть потеряны. Так, давай попробуем. Так, пропустили. 5 пехоты потерял. Или что? Анира под осадой. Хасан руководит штурмом. Сделать вылазку, запросить переговоры. Это вот с этим, что ли? Сколько времени прошло? Так. Что вам нужно, чтобы прекратить осаду? Что вы предлагаете? Нет, все, что у меня есть, это не хватит даже на четверть. Ну тогда просто скорость помотаем. Но наши там проигрывают. У наших снаряжение хуже. Я не понимаю, или они проигрывают только когда я к ним присоединяюсь. Что за дела? Нет, все равно они проигрывают. Или нет? Вообще. Вот, теперь они выигрывают. Так. Нифига себе, я всех воинов потерял, блин. Я, кажется, понял. Там под крепы прибыли к империи, если не ошибаюсь, конечно. Так. Ну, помочь отряд Нефон и чё. О, теперь победа, да. Ну, вообще, конечно, странно, то есть... Просто вопрос в том, когда присоединиться, подождать подкрепление и потом... Что ли? Так, спасибо за помощь. Отношения улучшенные, отлично. Так, что там по награде? Пленные, ну, возьму их, чтобы продать. Надеюсь... О-о-о, вот это да, вот это вот награда, я понимаю. Так, наплечник какой-то шикарный. Броня имперская. Ух ты, лошадь топовая. Теперь мой будет на топовой лошадке. И с топовой саблей. И еще одному лошадь улучшенная. И еще меч. Так, все остальное я продаю. Ну-ка. 1052. Ну, хороший улов. Хороший. Ну, справедливости ради, тут у меня практически вообще никого не осталось. Тоже у союзников. Перевес буквально в единице. Осталось дождаться каких-нибудь голосований или еще битв. Для своих людей у нас еще одна работенка. О, объявление войны. Асирай объявили войну Южной Империи. Блин, ну Асирай мне не особо интересен. А, это может быть они объявили войну, то есть. Так, собираю людей. Ну, у меня уже люди собраны. Так. Мало дней до исчерпания провизии. Зернышко на всякий случай прикупил, а то еще... Не хватало какой-нибудь голодовки. Блин, напрочь забыл пленников продачи. 404 за них. Ну чё, ждем. Я уже вижу каких-то осирайцев неподалеку. Какие-то караваны, но это не то. Так тогда осирай... А, ну вон у них тут. Может мне и выйдут какой-нибудь город или еще что-нибудь. Так, квест. Рогея потеряла Ниру, и ваше согласие отменено. Не понял. А, Ниру захватили. Поэтому квест провалился без потери по наему этих воинов. Но все равно 200 с лишним людей, что-то мало. Че, неужели она хочет осадить город? 250 человек. Еще и с осирайцами у нас война вроде. А, ну там в гарнизоне очень мало людей, понятно. Там никого не оставили в гарнизоне, так что нормально. Вот бы мне эту Аниру дали. Это, конечно, вряд ли такой супер, супер, блин. Город огромный. Ой, там армия идет. Лукона, стоп, их больше. Сейчас проиграем. Так, мы отступаем. Я надеюсь, он нас не догонит. Я не понимаю, где остальные все, где союзники? Неужели мы такие... Империя такая слабая? То есть, неужели я вступил из всех империй в самую слабую? Ну, конечно, он сейчас нас догонит. Все, сейчас будет. Не, перевес гигантский. 1 против 167. И там кто-то только спешит на помощь. Короче, тут баг еще один, что... когда симуляция битвы происходит, или когда я сам сражаюсь, то есть союзники, вот окрестный отряд Ира... Они, то есть время не идет, он должен был тогда, как и вот если я, да, подожду снаружи, то есть я могу присоединиться, и потом в выгодный момент, и мы победим. А если сейчас, то есть то вся армия целиком из-за этого проигрывает. Вся армия из-за этого проигрывает, получается, из-за моего участия.
Ну, это баг, то есть такой, поэтому я тоже сейчас из армии выйду и подожду выгодного момента. Ну, так уже было вот в прошлый раз. Вот почему он скачет здесь, а не к ней идет. Вот, мне кажется, сейчас выгодный момент, чтобы напасть. Они там с какой-то другой армией схлестнулись, все. Вот, отправить войска. Ну, сейчас 100% победа, я не удивлен. Отлично. Растим отношения. Петрус, у них там много таких воительниц. Ага, имперский ветеран, лучник, не то. Так, по луту, о, крутой лук, отлично. Шикарно. Но я на самом деле растерял почти всех своих людей в этой битве, ну ладно. Лук вообще суперский. По ноже более лучшие. Лошадка еще чуть лучше. Раз уж на то пошло, вот эту спату можно взять в гражданское оружие. Лучше раньше, чем позже это сделать. Так, помогаю какой-то армии рейдить, хотя они, конечно, без меня справились, деревня, но тем не менее, сейчас посмотрим, что нам дадут. Ирия хотел бы обсудить что-то. Что мы сделали с этой деревней, это просто ужасно. Хорошо, буду это учитывать. Сол получил уровень. Скорость чумовая 6,7, но это из-за того, что сейчас лошадей мне, видимо, на всех хватает. Блин, тут ни в одной деревне не могу людей нанять. Всех и так загребли уже. Забрели в армию. О, Сирай 457. Начинается. Так, моя задача сейчас это просто участвовать в штурме успешном какой-нибудь замка какого-нибудь или крепости. Ну, в принципе, армии тоже разбить кем-то. О, ну тут легкая, в два раза численное превосходство. Победа. И делим. Это, конечно, крохи. Ой, даже фигню мне какую-то дали. Я вообще, считай, ничего не заработал. А людей потерял прилично. Рогея была распущена, так сплотет чёрность армии. Это что за фигня такая? Подожди. Это как вообще? Итак, мы не смогли выполнить это задание, но иногда эти вещи не в наших руках. Но давайте не будем останавливаться на этом. Это то здание понумеровало армию заново. Ох ты, кузаиты 545. И что нам с ними делать? Что за... Почему столько? Они осадили Донустику? Может мне прорваться тогда, несмотря на все? Мне просто кажется, я их гораздо больше смогу убить, и прячусь за стенами. Почему не могу ринуться? У вас недостаточно людей. Да ладно. Так, ну теперь у меня 16 людей. Это достаточно считается? Да, ну осада снялась, блин. Блин, великое кузаитское, осирайское войско движется, и он всех этих имперцев гоняет. Вот где они были в предыдущем прохождении, интересно? Теперь они этот замок осадили. Ну может я замку помогу? Теперь не могу. Так, 19 людей уже хватает, чтобы ринуться на помощь обороняющим. Сейчас попробую. Так, у меня только 3 человека осталось. Мне никаких не вылазок, ничего не надо. Просто сидим и ждем тупо. Наверное, там еще у меня покоцаны. Не, все целехоньки. Короче, всех теряешь, чтобы прорваться к обороняющим. Но если они сейчас пойдут в атаку, мне интересно просто. Может быть и зря я это, может быть и тоже бестолку, но интересно, я так еще ни разу не помогал обороняющимся. Ну, в смысле, сколько катапульт понаставить. О, они, да, они готовятся к штурму, смотрите, они уже таран построили. Мне бы еще за катапульту успеть. Наверное, боты не дадут. А, вот, противник начал штурм. Сражение. Что ж, это как битва с орками. Я даже, блин, не посмотрел, сколько у меня союзников-то. Так, пехота защищает ключевые позиции замка. Так, а это я могу типа переставить, что ли? А я могу сам выбить, точнее позицию выбрать? Похоже, я ничего не могу. А, ну вот, пехота. Что-то они тут уже бегают. Как-то странно они тут встали. Не могу я ими, ничего нет. Давай, 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 скорее на стены. Пустите. Так, где там баллиста? У меня лук топовый. Ну, конечно, я много не сделаю, но...
Блин, нет, в этой башне нету катапульты, зараза. А тут вообще прохода нету, там должен быть, походу. Ой, ой-ой-ой. Идут гады, сволочуги. Тут часть не дефает, забаговалась. Так, дефает ворота. Эти все правильно делают. Где же эти чертов? На альт они не подсвечиваются, зараза. Блин, отсюда что ли начать? Нифига не видно. Опа! Лезут. О, дефают. Ах ты, сука. Лезут, лезут. Ух ты, сука! Вы прикиньте, с одного выстрела меня убил. 112 урона. Ну, мои должны победить вроде. Или они с нескольких сторон штурмуют? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, вот, значит, один этот скорпион где. Ой, эти здесь долбят. Вот второй скорпион у главных ворот. Просто я на альт нажимаю. О-о-о, здесь стены. Нет, я даже не знаю. Выиграем мы или нет. Ну, очень круто. Блин, сколько их. Так, противник начал штурм. Ну-ка, если отправить войска, какое поражение. Короче, надо как-то самому наубивать дофига их. Так, я вроде вот если я здесь появлюсь, они вот в этот проход ломанутся, если я правильно понимаю. Значит, мне надо вот сюда бежать. Вот здесь вот будет эта штука. Давай, 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 давай. Интересно, по Минавлеону они тоже будут стрелять эти? Блин, уже какой-то бот его занял. Зараза такая. Братан, давай я лучше, ладно? Отойди. О! Гады, 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 гады. Сейчас, сейчас, сейчас. Заряжай быстрее, ну ты чё? Опа! Зараза. Ой, стреляют лучники. Но по мне вроде еще ничего не было пока. Есть! Двоих. Эффективно очень по кучам стрелять. Она сразу нескольких пробивает. Все. Не могу стрелять. Смотри, как он байтит, как человек. Кто тут фигачит уже? Как стрелы взять? О! Ой-ой-ой! Ах ты гады, посмотри откуда!
Посмотри. Ты посмотри, какие суки. Так, меня тут нету, меня тут нету. Сука! Понимаете? Смотрите, их 588, а нас 214. То есть их больше, чем в два раза больше, чем нас. Нет, я так легко не сдамся. Я должен найти какую-то еще позицию, где я встану и просто буду хотя бы их по КД расстреливать. Ой, я случайно выпрыгнул за коняшку. Ну-ка, мне даже интересно, чем это все закончится. Ну, я, кажется, понял, чем это все закончится, да. То есть багов тут никаких нету таких. Что, типа, я там где-нибудь встану, что-нибудь такое хитренькое сделаю. Посмотри, даже лучники меня фокусят, то есть... Не дают абсолютно. Гады. Может, у них тут что-то уничтожить, что их задизморалит. Не, все. Не, все, тут нереально. Все, нет, нереально. Такая орава, и лучники их прикрывают. Может быть, камнями что-нибудь сейчас попробую, не загадывая. Все, идут, идут, идут. Сейчас посмотрим, как тут камни. Зараза. Докинул. Докинул, но мало, одного убил. Нас. Не докидываю. О, один заблочил. О, прорвались. Зараза. Отступаем в крепость. Блин, там еще долбят ворота тараном. Жесть какая-то. Что же делать-то? Хотя бы один фланг этих падл разгромить, может быть. Они уже здесь. Что ж такое? И здесь они. Бля, они со всех сторон прут. У меня аж... Сука. Все, нереально, у меня аж тут повисло. Все, не. Этот город вообще не удержать. Как он, то есть... А, он еще может... Они могут вот там вот еще удерживаться? Нет, не могут. Все, если туда отступили, то все. Их еще осталось просто тут пипец сколько. Тут еще защитники очень слабые. Господи, вот... Когда я не играю за Империю, Империя всех нагибает. Когда я начинаю играть за Стургию, Стургия всем проигрывает. Когда я начинаю играть за Империю, Империя всем проигрывает. Господи, какое невезение в компании Bannerlord. Это жесть. Все против меня просто. Хоть бы в чем-то подфартило. Но стоит сказать, что, конечно, я мог бы через баги, я знаю баги, там себе начитерить кучу золота, там еще, но это, блин, ну это вообще бред.
Я не понимаю, кто так проходит, и интересно смотреть, когда там через баги себе, блин, миллионы там или сотни тысяч на это набили. Ну, что это за бред? Вот, кстати, у осаждающих потихоньку численность уменьшается, к слову. Вот, только не говорите, что это еще один баг. Вот смотрите. Охереть. То есть, если я прорвался на помощь к замку, замок оказался в худшем положении, и затащить было невозможно. Если я не помог замку, у замка все норм. Чё за херня? Я говорю, тут механики сломаны, это баги. Так, напал на сирайский караван. Ну-ка. Отношения уменьшены. Да пофигу мне на ваши отношения. Не, ну опять вот эта херня с конными лучниками в чистом поле. А, ну понятно, почему мы проигрываем. Значит, мы воюем. Нас просто, нас бьют с севера свои же имперцы-предатели и снизу еще осирай. Ну хоть разбойников каких-то лесных. Нифига, сквозь дерево? Сквозь дерево, сквозь дерево. Без комментариев. Правильно, загрузка сохранения. У меня вот даже какой-то гениальный человек в комментах. Тогда уменьшите себе FPS для максимального уровня сложности. И так играете. Себе FPS, я не знаю, ну хорошо, но не до 1-2, до 25 уменьшите себе, до 30, до 15, до 10. Играете, чтобы... Ну, какой в этом смысл? Это лишено всяческого смысла. Я имею в виду, что максимальный уровень сложности, да, это интересно, это прикольно, но, конечно, хотелось бы, чтобы таких багов не было. Вот, а... Там смерть сопартийцев и прочее, это кому как бы что нравится, кому что важнее. Мне сюжетка важнее. Это вам не даст какого-то, то есть, большего хардкора, там, не знаю, ну... Короче, я такой не разделяю. Так, армия, ну-ка. Ну-ка, может, с армией что-то наварим. Поэтому это и сделали разработчики как опцию. Иначе бы они сделали, чтобы это входило в максимальный уровень сложности. Блин, что вы на максимальном уровне сложности у вас все будут умирать. В любом случае, нет. Так, ну тут гарнизон в этом замке просто микроскопический. Нужно его штурмовать срочно. Я не знаю, зачем он таран строит. Я надеюсь, что никто не успеет сюда прийти. И как раз мы его захватим. Просто немножечко везения. Нифига себе, 68 разбойников. Вот сразу только сейчас начинаешь штурмовать, не строй, пожалуйста, 500 катапульт. Нет, он начнет строить еще с одной башни. Сейчас он дождется, я не понимаю, 46 человек, 28, у нас 237. Ну окей, допустим, искусственный интеллект пытается минимизировать потери, но он должен, например, если сейчас кто-то на горизонте появится, да, из вражеских командующих, он 100% должен сразу пойти на штурм. Не дожидаться, пока они там прилетят, и мы сейчас тут проиграем. То есть это элементарный расчет. Ну что, когда уже? Вторую начал. Все, начал атаковать. Отлично. Давайте поможем его армии. Ну, там мало защитников, но давайте для тренировки навыков, ладно. Так, начать штурм. Мы должны проломить стены. Задача от командира, командующего штурмом. И мы проломим это. Сейчас я только спрячусь где-нибудь там в засадке. Да постреляю по защитничкам. Жалко, у нас никаких скорпионов, ничего такого нету. Как, откуда? Откуда по мне прилетело? Вот оттуда, что ли, кто-то стреляет, кто-то падла? Ты посмотри! Вы понимаете, они играют лучше, чем люди, лучше. Я такого на осадах не встречал. Я вот сейчас повернусь на секунду, меня убьет все. Я хочу, ну, из-за угла, да, обстреливать его отсюда. Я не могу. Вон там падла. О. Смотрите, какое, а.
Чувак, давай в пати тебя. Можно как-то взять ко мне по интернету? Я его в пати беру, с ногами, руками отрываю. Все, стрелы кончились. Мои полезли. Давай, давай, давай. Ну, я думаю, мы возьмем этот город, конечно. А это что, пробежали? Таран, что ли, разрушили? А, через ворота уже проломились, через главное, да? Так, что происходит? Ой, а мы тут проигрываем. Ну ладно, тут мои пино победят, надеюсь. Можно сейчас слиться. А, вот и подмога. Отлично. И там наша. Спину. Все, это победа. Всех вынесли ногами вперед. Интересно, будет ли голосование по этой крепости? Может быть, они дадут маленькому скромному лорду, типа меня, этот замок. Ну или любой другой. Ой, чуть тут за жесть такая. Кого-то зажали. Я ничего не вижу, что там происходит. Кого-то убить не могут. Видимо, прошлого владельца замка. Все, я продавил его. Без меня бы они не справились и не смогли бы захватить этот замок категорически. Ну, ополченцы пленные, фигня. Чё, так мало? Какие-то поножи только мне дали. Голимые. О, замок взят. Начались выборы, в которые вы участвуете. Опа, подожди, выборы. Ага, я нифига не могу, значит, принять участие в выборах. Ну, хорошо. Может быть, мне просто до третьего уровня надо повысить известность? Блин, я обошел таверны в нескольких ближайших городах. Нет ни одного отряда каких-нибудь, не знаю, наемных арбалетчиков, кого угодно. Придется ехать к Ботании, может быть, у них кого-то можно нанять. Просто мне хотя бы, чтобы караван ограбить или еще что-то, потому что это невозможно. У них только имперский вооруженный торговец. Офигеть. Так, на турнире тут решил немного подзаработать. Ух ты, шлем какой шикарный. Супер, у меня такого еще не было. Нифига себе, какого тут бандита нашел, скрытный человек, невидимая рука, кукловод. Воу. Ну, вроде по характеристикам ничего особенного. Опытного бандита можно только нанять, который даст дебаф к морали. Кузаит и Стургио мне сейчас написали, заключили мир. Ну-ка, на каких условиях? Да. Два города осталось, если кто не видит, у Стургии. Еще один турнир. Копье вообще голимое. Мне. С этим вот даже отрядом каких-то наемников хрен. Так, все, я его снял, стал, остались его эти. Yeah.
Да, падла, блин, такое копье короткое. Скрытный человек. 4 и 1 известности получил. Но я могу захватить его в плен, это они по карте не водились. Если на них фармиться, хорошо, зачем вам? Пойму, то есть они по сути как... Так, ну и что выпало из него? Ну, получше, конечно, чем с лутеров, но не сильно. 600 нету. Пленных героев рекрутиковать нельзя. Вот, чтобы казнить, но я не хочу. 685, это из-за него тоже так, так мало? Да, за него тоже мало. Щит какой-то усиленный. Свой щит я вот этому дам. Короче, очень мало денег. Но в прошлый раз я дольше играл, конечно, фармил дольше, опять же. Так что сейчас у меня и славы не хватает, и того, и все. Может, мне из-за того, что славы не хватает, мне замок и не дают. О, еще раз какой-то этот. Убегает, значит, мои его в автоматическом режиме победят. Это тот же самый, что ли, опять? Или нет? Вы же знаете, что у нас война, сдавайте слем. Победа. Илья, его получил уровень, известность, мораль, влияние, отлично. Я тактику получил еще. Пленник. Так, ну вот из этого чуть-чуть получше вроде по лошадям. Потихоньку может накоплю на мастерскую крутую. Нанимать и прям всех тут мочить, вырезать и помогать активнее королевству. Пленных за 1000. 10к есть. Я понимаю, извините, если кого-то разочаровал тем, что я не прошел игру в прошлых прохождениях, то есть я мог, вы знаете, присоединиться к империи, отдать ей знамя и пройти уже давно все 10 раз. Я этого не сделал, ну, по сознательным причинам. Я не хотел через баг проходить или как-то на отвали. Хочется именно, ну, создать что-то свое. Я понимаю, что проще всего сейчас мне поехать, флаг кому-то всучить и все. Но, блин, хочется по-другому же. К тому же я на баге попал, то есть, ну, не повезло, действительно, именно в прохождении кампании не повезло. Да и не с одной стороны, а с много каких. Я смотрел и другие стримы, там у многих сотни тысяч денег, а то и миллионы, то есть, ну, не знаю. Короче, ладно, не буду говорить. Блин, я тоже могу сейчас баги нагуглить или читы скачать и себе тут сделать билд через торговлю. То есть, ну зачем это делать? Мне это не интересно самому так. Пусть как бы аудитория, которая, ну, нетерпеливая, которым: о, финал игры, дай мне, покажи финал, все, хочу финал. Ты создал или нет королевство, неважно, там читы или нет. Как бы... За всеми не угонишься, а адекватная аудитория, истинная, останутся. Так, напал на караван. У них тут опять эта конная херня с луками. Вот я даже, я вот тупо не достаю сейчас. Караван на страже, блин. Пятнадцать урона из топового лука, офигеть. Но навыка мне, конечно же, для лошади не хватит. А, нет. Может, вот ему хватит? Реально. Ух ты, молоток, это кто? Мазоборот. Так, кого-то еще там убили. Ой, а че это их так много, не понял. Че за приколы? Тем не менее, как-то мочим. Интересно просто, что тут в караване-то будет. Лошадь вообще голимая. Стрелы кончились. Охереть, меня сзади просто рубанул и все. Но проиграли. Но на караван не хватило прям щепотки. Чуть-чуть не хватило. Подкачаться и в производство вложиться.
На бандитах пока что пофармлюсь. Опять этот Вандриус, блин, тут. Ну вот с него так неплохо лута вытряхиваю. Хотя можно было бы и пожирнее. Грабят деревню, но не буду вмешиваться, потому что меня попросила девушка в пати. Давайте дальше уже как более благочестивые дела присоединимся. Может, что-то выгорит нам. Тихо. Так, у нас численное превосходство против Асирай. 349, их у нас 486. Наконец-то! Отправлю войска. Победа. 1.4 всего лишь известности. Нифига себе, так мало в такой грандиозной битве участвую и так мало дали. Чё за фигня? Тут хотя бы в этой. И по луту тоже совсем мало, блин. Выгоднее, еще людей потерял. Тем не менее, 15к. Еще накоплю, наверное, 17, чтобы с запасом было. Может, 18. И куплю какую-нибудь мастерскую. Подобрал большое копье. Может, лучше. Да, 121 урон. Это, короче, на меня напал тот чел, которого я постоянно, на котором я говорю, опять этот попал. Он мне отомстить нашел меня, когда у него было 29 человек, а у меня 9. Но вроде я пока что-то вроде получается. Смотри, он снизит. Вадриус этот, видимо. Очень хардкорная игра. Молодцы. Типных бандитов разгромил, хоть с них лут. О, у меня оказывается еще боевой пояс более улучшенный, отлично. Так, 18 тысяч есть с половиной, но на торговле я тут особо ничего не сделаю, чтобы вы понимали. О, мы что, мир заключили? А, да, тут, видимо, эта Ботания спасла, она еще, видимо, напала на другую империю. Видите, передел собственности. Да. Но мы сосираем по-прежнему в этих, на ножах. Короче, доехал до Эпикратеи. Тут также производят железную руду и зерно. Сейчас чем-нибудь куплю. Кстати, торговлю, да, потихоньку получилось прокачать. Да, вот стадо, то есть ослики дают все-таки минус к скорости передвижения, к сожалению. Так, купим кузницу. Потому что это невозможно передвигаться, так просто тебя щемят все подряд. Наберу 100 людей и тогда посмотрим. 15к, да. Не буду изменять. Да. У меня тоже не получится, я не знаю, тут, потому что разработчики сказали, что они полностью патч этот, ну, не исправили еще. Эту проблему по захвату, это официально признанный баг, то есть не надо говорить, что это там это не баг, это так и задумано, нифига не так не задумано. Так, ну что там по доходу там? Кузнеца потихоньку начинает приносить. Уже в плюс вышел, уже что-то хоть радует. Кузнеца уже под сотню, нормально. Блин, тут три деревни имперских, все сожжены. Что за фигня? Кто-то их разоряет. Кто-то напал на деревню. Вмешиваться не могу, потому что это как моя фракция, что ли? Или просто потому, что я типа не союзник и поэтому не могу. В Кире одну очку навыка в медицину качаю. Лол, короче, это какая-то битва, и все проиграли, я остался, и у него два человека в отряде. Аж страшно, господи. Произойдет и убьют. Блин, ну такое копье у меня голимая жесть. Это бы спрятаться надо, потому что они очень хорошо стреляют. Я помню, как меня из-за дерева убивают. О, начинается. Нет, только не конные. О, и уже попадание.
где второй-то, я не вижу. Охеревший, блин. Ну и чё, мне будут особые заслуги? 3 известности, 2. Нифига, я битву затащил им. Я тут кто? Сейчас всё за это. Ну, пленных. Вообще, какую-то фигню дали, блин. Так, по луту чё? Тоже фигня. Жесть. Я пол армии, блин, своей потерял. Хоть там и были крестьяне, но все равно. Не, куртка голимая. Ну, точнее, для моих сопартийцев сойдет. Копья тут вообще неправильно оцениваются. Я вот эти лучше длинные копья своим раздам. Не лучше, чем... чем не длинные. 12к есть. 13к пленных продал. Ну-ка, а чё если компаньону поручить патрулировать и выслеживать разбой по квесту? Интересно. Говорят, 8 человек нужно. И чё, и раненые считаются? Да я и всех могу отдать. На сколько дней-то? Давайте всех отдадим, чтобы точно, чтобы эффективность максимальная, может, они вернутся прокачанными. Посмотрим, как в фоновом режиме тут все это выполнится. Моих даже на карте не видно. 654 золота. 6 дней. Дело решено, ваши люди вернутся. Когда вернутся-то? О, все, вернулись. Да. Отлично. Все, квест выполнен. Правда, 14 ранен. Так что все норм. И нет, никто из них не прокачался. Ну, здесь пивовар есть, я его куплю. Тык. Что-то я не понял, что-то нельзя его купить. Вот написано пивоварня. Не знаю. Ну, ткацкий цех давайте купим. Все. Так, давайте, знаете, прокачаем тактику. Вот. Еще 2 очка осталось. Я бы, конечно, взял бы одноручное оружие. На самом деле, надо признать, что я его тут редко довольно использую. Мне кажется, имеет смысл прокачать мне на 1 верховую езду, потому что скоро она уже подойдет к максимуму. Торговли еще, ладно, запас есть. Так, обаяние. Ну, просто чтобы у меня, короче, квартирмейстер, хотя это все можно делегировать, конечно, на своих спутников, но у меня пока таких спутников, у меня вообще никто из спутников не прокачивается, поэтому, просто потому что они у меня уперлись, я распределю это на них. Ну и лук на единичку. Очки атрибутов остались, ну давайте сюда, что ли, так, чтобы лук у нас качался. И тактика нужна. Ладно, да, я думаю, достаточно. Вот так. Может быть, я неправильно вкачался, об этом пожалею. Но ткацкий цех пока что еще мало приносит. Надеюсь, он сейчас со временем... Блин, что-то он нифига. Реально только кузнецы, что ли, достойны внимания? И
Я не знаю, баг какой-то еще у них с обновлениями, короче, когда я нажимаю готово на любой вкладке, когда вот бандиты, кого-то находишь, очень долго игра провисает, то есть секунд 7 каждый раз на это огромное количество, это кажется, что мелочь, но на самом деле огромное количество времени тратится, то есть когда вот эти вот группки бандитов, ты их хочешь пофармить нормально, не можешь. Так разбил один отряд вот этих вот каких-то частных тут лордов, которые... Моя империя практически полностью уничтожена. Тут уже все кузаиты теперь. Ну не моя империя, а куда я примкнул. Вообще в этом прохождении империя практически полностью уничтожена. Несмотря на то, что я к ней примкнул и за нее сражался. Ранг очень долго растет. Я в прошлый раз, конечно, участвовал в турнирах в одном прохождении. Да, не получится так быстро, чисто из-за ранга. Охереть, этих уничтожили Стургио. Так что не исправили они нифига. Короче, можно пройти игру на данный момент, но через, я думаю, если кому-то знамя отдать или еще что-то, напишите в комментах, вы что хотели бы, чтобы я отдал кому-то знамя и таким образом прошел игру, а потом там, допустим, можно будет переиграть по-другому как-то. Или все-таки попробовать создать свое, даже если для этого придется еще раз начать заново играть. Потому что тут получается, что я выбрал Стургию, а вербовать, ну потом, если даже вот у меня свой замок получится тут каким-то образом получить, мои будут ездить вербовать тоже стургийцев. А Стургия на данный момент, ну неизвестно, когда ее исправят, то есть она слабая, вы сами видели. Вот. Даже к империи я присоединился, мы хоть кого-то победили со Стургией вообще, то есть не было ни одной победы, даже когда у нас было преимущество там численное. Хотя у имперцев тоже, я бы не сказал, что очень легко было. Но видите, игра игре рознь. Несмотря на то, что я им помогал обоим, то есть Стургию снесли и эту снесли. Такие дела. Ну и вы сами видели вот этот баг, что если я не вмешиваюсь, то есть все завершается лучше, чем если я участвую там в осаде или еще где-то. Это, ну, это бред полный. В общем, напишите комменты. Вот, я тоже буду думать. Спасибо за внимание.